таежной местности в Красноярском крае в ночь на 11 ноября сломался автобус творческим коллективом из Тувы. 22 ребенка от 10 до 12 лет и 11 сопровождающих ехали в Красноярск из Кызыла на концерт. Из-за низкой ночной температуры сломавшаяся машина стала быстро остывать. Сопровождающие детей и взрослые позвонили в полицию. На место происшествия направили служебный микроавтобус для обогрева детей, наряд ДПС и спасателей. Через 2 часа к месту поломки приехал другой автобус, который и отвез гостей из Тувы к месту назначения. Обстоятельства происшествия выясняются. Предположительно, неисправность возникла в топливной системе автобуса.